Международная организация «Врачи без границ» сообщила подробности о своих медицинских работниках, которых похитили накануне в Сирии. В плену оказались пятеро. Это граждане Бельгии, Швейцарии, Швеции, Дании и Перу. По словам свидетелей, неизвестные боевики ворвались в дом медиков и взяли их в заложники. «Врачи без границ» пытаются установить связь с похитителями. Активисты работали в Сирии без официального разрешения, но на территориях, которые контролирует свободная сирийская армия.